И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на острове. Сегодня пойдем в пещеры, в пещеру подводную. И, я думаю, время все равно останется, попробуем подводные крейты полутать. Я себе на экран, на второй монитор вывел карту этих крейтов и попробуем по ним пробежаться. И из новостей. Во-первых, Ютиранус козел, но об этом чуть позже. А во-вторых, после того, как я притомил двух мегалодонов и столько с ними мучился, у меня появилось такое жесткое село на Сарка. 175 брони. Предыдущий был 84. 175! Ну, конечно, я уже сделал, нужна Сарка, и попробуем проплыть на Сарка. Там, конечно, больше проблема была не в том, что я урон что-то где-то, точнее, Сарк урон получает, а в том, что эти козлы сбивают меня с седла. Ну ладно, с этим разберемся. Поэтому, может, на мегалодонах я и плавать не буду. Но на седло на мегалодонах тоже выпал хороший рецепт. И это тоже надену седло. Ютирануса. Ютирануса, козлы, как бы... Этим все сказано. Почему? Все легко и просто. Короче, нахожу. Долго искал ютирануса. Долго искал, чистил их, все дела. Убивал. Дестрой этих диносов. Искал только поначалу, потому что днем вообще найти тяжело. Так как вот эта вот фигня тяжело смотрит через это. И если в. Вот так лучше видно. Вот, если вот здесь посмотреть, то есть вот это вот я включал день, это я включал ночь. Дестрой диких дино почему-то не сработал. Сработал только чит дестрой диких дино. Хотя до этого вот это вот работало. Я забыл то ли сейф вол, то ли сейф писать. Это фиг с ним, потому что если игра вылетела, то у тебя все пропадает чертам собачьим. У меня было седло на мегалодон на 100 брони. Оно исчезло. Вот из-за этой фигни игра вылетела. И, собственно, только по ночам летал, искал, короче, жопа полная. Нашел с этого левела, портанулся на базу, чтобы, ну, с базы записать серию начать, начал записывать. Пришел обратно, и что ты думаешь, он задиспавнился. Карнотавры остались, а он задиспавнился, гнида. Вот такая вот, ненавижу, реально, Ютиранус просто задиспавнился. Потом был 80 левел, я его пытался отбить, это был кадр, вот, кстати. Это был просто кадр. Пытался отбить этого... Так, давай через это. Пытался отбить Ютирануса 80-го левела от кабанов. Ну, чтобы как-то томить и так далее, оглушать. И что ты думаешь? Жопа полная. Номер два. Почему? Потому что они его начали глушить так сильно, так жестко, что, ну, просто урона вносили, дай боже, сколько. Оп, классно, седлоби. В общем, урона вносили дофига, ну. Красавчики, классно, ибо нефиг. Вот. Ну, пошли буянить. Короче, урона носили они дофига, кабаны. Вроде бы от них избавился, но там уже половина хп у него осталось. Я уже все прям, ну, прям конкретно уже на нервах, уже сколько часов искал, сотый только что у меня на глазах задиспавнился, грубо говоря, на глазах. И это, ну давай, лети, плыви сюда, ничего, потом за вами полдня, что ли, дауна тупорылый плавать. Вот. И собрался убивать. Но! Что еще раз доказывает, что эти поганые создания, то, что я его почти убил, он у меня испугал, ну, я на птере был, он испугал, и птер у меня полетел. Летел-летал, кругами пролетел, назад возвращаюсь, у него фул хп. Не, я психанул, все равно его убил. Короче, жопа полная, бесит меня просто все. Но пойдем сегодня в пещеру. Ну их в жопу этих ютиранов задолбали они меня. Посмотрел видосы, как убивают. Блин. Просто убили с помощью этого. Так, сейчас я сразу же аквалангический костюм возьму. В двухе параматер гамму
на сервере убили с помощью дробовиков, которые хуже, чем у меня. Да. Прикинь. С дробовиков, с двух дробовиков. Параматерь. Это безумные люди, но я захотел попробовать. Может, получится. Не знаю, конечно, что из этого выйдет, но это уже будет в самом конце. А сейчас... А, эти баллоны. Баллоны у меня не здесь, баллоны у меня... Вот это я их складываю. Вот они. Очень точно пригодятся, поэтому пускай будут. Так, так, да. Все на месте. Погнали в пещеру эту долбанную подводную уже. И на Сарка, да. Кстати, вот это место, где я хотел томить изначально мегалодонов. А, нет, я точно, я же мегалодонов здесь спамил. Хотел сказать, что может здесь они еще бегают. Меня очень прикольнули эти ворота, они такие... Такие, как в меме, короче, когда толстый мужик, типа, такой, вот это... О, они прям здесь спавнились, прикольно. В общем, вот здесь я хотел томить изначально мегалодонов, но вы сами видели, где я их томил, и что было из этого. В общем, здесь, вы, как вы понимаете, мне бы получилось бы притомить их прям как нефиг нафиг. Но я выбрал то, что я выбрал. Ну, ладно, это я потом беру. Сейчас мне это точно не нужно. Так, где мой верный боевой подруга? Сарка. Да, много хп, выносливость, все дела. Братва, вы свободны! Так, за мной плывете? Плывете, отлично! Ай, погоди! Сейчас все-таки надо баллон-то успеть надеть. Лошара этот, того. Так. Ну че ты вот подплыл-то, ну еб твою же за ногу. Ну ненавижу, вот когда так ихтиорнисы подплывают, их потом убиваешь случайно. Не люблю убивать ихтиорнисов, они клевые. Ну это же дельфинчики. Короче, поплыли. А, че поплыли-то, куда поплыли? Господи, прости. Вход в пещеру. Жесткости. Сейчас будет жесть. Сейчас будет просто ужесть. Ты что творишь-то? Ужесть будет сейчас. Клёвые, цветные такие. Да, это, короче, конечно, не на мегалодонах. Мегалодоны, они более это, поворотливые. Более управляемые. Но, кстати, что у нас по ХП? Может, так сказать, и не просело вообще нифига. Ну, поплыли. Сейчас... С помощью вот этой, мать его, за ноги трубы намного легче будет плавать. Это я прям 100%. Так, сейчас, секунду. Так, ладно, фиг с ним. Хотел проверить, звук пишет, не пишет. Нормально, ненормально. Надеюсь, что нормально. Это будет песос, если ненормально. Ой, у меня тут проблемы были со звуковыми картами. Я 2 дня мучился с ними. Но сейчас вроде бы звук вроде бы нормально. Надеюсь, нормально. Если ненормально, то пиздец. О, придется перезаписывать. Надеюсь, что все нормально. Так, ладно. Сейчас точно что могу сказать. Нельзя торопиться. Тогда я пытался прорваться на пролом, и у меня... Сами видели, что вышло? Вышла полная жопа. Также нужно быть осторожнее с этими... Электробусами этими, как там они? Ну вы поняли, электрокозлы, короче, угри, короче, эти долбаные. Вот они сбивают седла, и это полный кобзда. Скользу была лосось. Окей, на вас мне насрать. А если что, у меня есть круговой удар, который сшибет вас всех. Эй, иди нафиг, нафиг иди, в жопу иди, иди в цон, иди в цон, иди в цон. Тварь ты сраная, я даже чтоб тебе икалась, овцебычка, вот с вами тоже нужно быть осторожней. О, братва, 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 иди-ка ты в жопу. Так. Ну-ка на атаку нафиг, а чё? Акулку, акакулку. Нет, чё ты? Ты на кого-то посую раз... А, ну та случайно попала, окей. Тормози, тормози, тормози. Стой ты, ёб твою ж за ногу. Твою! Стоять! Эй, да уйди от меня, уйди от меня, уйди нафиг от меня, как благо копье хорошее. Ну и чё ты там встал-то? Овца!
А, точно, третьего же лица можно поставить. Иди отсюда! Приключение только началось, а я уже как дебил. Слушай, а я точно в той пещере? Что-то она какая-то язычная. Подожди, я не в ту пещеру, что ли, заплыл? Я не в ту пещеру заплыл. Вот лошара. Я смотрю, она какая-то желтенькая. Это же не та пещера, это язычная пещера, которая. А жесткая пещера, это же справа на берегу. О, лошпед. Ну ладно, пойду артефакт хоть соберу. Он все равно нужен. Ты смотри. Вот просто, вот это что такое? Кстати, у меня труба выключенная. Вот что вот это вот? Вот эта дымка как от альфача. А это дымка под землей. Специально включил на всякий случай, а то вдруг сейчас какое-нибудь говно вылезет, а потом доказываю, что это не верблюд. Не, синармес. А что за дымка? Альфа Мазасавр! Я рассказал, включил так, чтобы потом доказывал, что я не верблюд. Офигеть! Офигеть! Где, братан? Пошли. Нам с тобой еще нужно подкачаться. Я прямо этого очкую. Мазасавр, он вылазит на берег или не вылазит? Кто-нибудь мне подскажет? Не-не-не-не-не! Воду-то не надо! Дурной, что ли? Дурная нафиг! Подожди! Ёпт! Нас! Почувствуй! Мой дробовик! А, может, я и так завалю? Да, с аркой не кончается, конечно. Хотя надо будет на последний удар бить. С аркой. Эта хрень! Вылезла из воды! Сейчас просто, короче, одел шмотки, и эта хрень вылезла из воды. What the fuck? Это было страшно. Это было безумно страшно. Я сейчас еще очкую подходить пока что. ХП дофига. Ты просто 32 левел, камон! Да, я понимаю, что я, если что, такой и альфа карнотавров, там что-то почти 80-го левела разбивал на птере на своем. Я понимаю. Но, блин, карначей я разобрал уже такое количество, что там просто тактика отработанная. Здесь я первый раз столкнулся с мазазафом в целом в жизни. С альфа мазазафом, вот этой вот тушей огромной. Так. Ну что? Погнали! Мочи, 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 грызь! О, а так тоже можно было? Ух, да! Экспо, экспо! Клёво! О, 40, половина левел сразу же качнулась. И здесь... А альфа опыта не дали. 363 тысячи, вроде ж так и было. И пошел в жопу! Так, никого здесь нету? Могу спуститься? Ну ёпс тудей! Ну что ты вот... Иди сюда! Что это за создание? А вот мне теперь просто сумку искать тяжело. А вдруг что интересное? Ну все, поплыли обратно. А, артефакт надо забрать. Я все еще в этой же пещере. 138 броня! 138! Ну и на их у меня... Ихтиозавр. Бронька. Офигеть! Блин! И зато на мегалодона сколько бегал, искал. Прям ужас. Так, где он? Вот он артефакт. Нет, подожди. Лут крейт. Кстати, там где-то тоже должен быть лут крейт. А, или он здесь заспавнился. А там где? Ага, вот. А, он так... А, вот, артефакт жесткости, вот лошара. Просто называется Cloud Create. Короче, другая пещера, да, все правильно, сейчас уйдем то. Но мазазавр было круто. Экс. Сделал дела на базе сразу же. Оказывается, нормальный холодильник, который рефрижератор, он тоже собак хороший. В нем не портятся транквил дротики хорошие.
Yep, погрузилась печатка. А также не портится желчь аммонита, кровь пиявки и так далее. Yep. А! Собака забыла опять. Так, не, давай-ка вот это лучше. Так, как лучше видно? Так? Или так? Блин, сложно сказать, но так лучше. Так более четче видно. А, яркость мне тут нужна? Ну, я думаю, пригодится. Ух, ужасно волнуюсь. Смотрел... Ой, а чё так мутно стало? Ага, вот теперь яркость очень не нужна. Гамма, в смысле. Смотрел, как защититься от электробасов этих. Электробусы эти сраные. Как они зовутся, короче. В общем, смотрел, как от них это защититься. Никак, базилка только. Все, все, только базилка. И ты реально ничего с этим не сделаешь. Они уже здесь. Да, я, как вы видите, я взял и от Арпора, короче, взял АДФ, и выносливость восстанавливать взял. Не знаю, может поможет. Ну, слышь, ну чё вы так прикалываетесь, что ли? Мне и так тут страшно. Как не знаю что, а вы еще и не акритесь, козлы. За мной, твари. Короче, они специально заманивают, чтобы я поближе подплыл. О, отлично. Книдария. О, электрические твари. Да, там типа говорилось на капразугах, типа, вот это вот это. Все работает нормально. Типа, у него такой удар, что он этот. Они не успевают подойти. И плюс еще отталкивает. Вот я вот на удар с арказуха-то и рассчитываю. Ну-ка, 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 достанешь, достанешь, достанешь. Ну, достань, пожалуйста, достань. Фух. Спасибо. Я ненавижу эту пещеру. Реально, я вот в этом плане я ее ненавижу, потому что здесь вот, вот эти вот, которые сбивают. Я ни разу здесь на Тусатиути, на... А это мегалодон? Не, нифига, это не... 216! Пошел в очко! Электрическое отродье! Не! Не! Получай! Собака плешивая! Еп! Я тебя... Не, раскраска-то хорошая, не спорю. Но ты козел. Так, отлично! Под удар попало. Это еще только первые шаги. Ну, кстати! Кстати, вы посмотрите, сколько урона они мне наносят. Нифига! Кайф. Но если в Книдарии собьют седла, то это все, это трында. Это самая главная проблема, если собьют меня с седла. Пошла в шопу. Реально, это самая главная проблема, если в меня сейчас собьют седла. Опа, че? Добрый вечер. Вот, вот в чем плюс мегалодонов. Они могут вертикально плавать спокойно и не париться. Сарка, к примеру, так не может, и в этом-то и проблема с Сарком. У него, конечно, на меня седло, точнее, у него на меня седло, у меня на него седло, конечно, хорошее, но это проблема Сарка, то, что он не умеет вертикально плавать, он может только погружаться как дирижабль, то есть он, по факту, он плавает как дирижабль, то есть он, в этом плане у него сложности. Но, тем временем, мы пробиваемся вперед. Кстати, черный жемчуг, 9, мало. Дай жемчуг, дай жемчуг, дай жемчуг, дай жемчуг, сказал! Ах ты, а чё такие жирные? А, 200 левел? Окей, без вопросов, я понял. Вот еще у Сарка иногда бывает, ну, резко может развернуться. Вот так вот, к примеру. Это прикольно? Вот это нормас, черным жемчугом залутал. Так, это прикольно, это иногда очень сильно помогает. Так, это дункулиастеи. Дункулиастеев вообще не трогаем, они прикольные, они не агрессивные. Макс Лавел. Томить типа могу, ага. Знаю, как томить можно.
пещеры никто не томится. Дунклярты они прикольные, но с них дофига хитина дропается, если не ошибаюсь. Но зачем лишний раз убивать того, кто к тебе нейтрально относится? Ну, типа, я даже в играх отношусь к этому... этому правилу, скажем так, короче, все. Кстати, оставил специально этого пета на тот случай, чтобы не переодевать этого себе. 200 левел, твою мать. Пирашки! Иди сюда! Пирашечки! Сюда-сюда! Мать твою за ногу! А, это простой фух. Простой фух. Но блин, они огромные. Они страшные до ужаса просто. Просто своим видом они так уж, ну это, устрашают, что крантос. Но это не альфач со 100 тысяч хп, так что вообще пофигу. Да, если бы альфач был 176 уровня, я даже не знаю, сколько у него хп было бы. 300? А вот этим могу убивать? Вот интересно, сколько я этим ударом наношу? И как он вообще работает? Цифр не показывает, но диносы дохнут. Что за магия? Это сарка-магия! Так. Да что ж вы вот это, жиробасы, давай сюда плыви. Слышь, сюда подошел. Да, я сначала что-то сказал, а потом посмотрел на свой хп. Да, нормас, могу так говорить. Нет, как бы урона-то вносит-то немало, но и... Ну, клясты! Тусити-утис! Или тонк. Че за тонк лястый? Интересно, откуда у меня это слово в голове? О, отлично, минус один. Один жирный ушел, остался только ты. Иди сюда. Это еще повезло, короче, они это. Не самец-самка показали, оказались. Еп, задолбался ему урон вносить. Ой, сейчас, короче, вот это вот плюнет своей гадостью. Иди в жопу. Собака плешивая. Плюнула! Но? Чё там черный жемчуг? 33. В смысле? А там я кого тогда убил, что мне столько черного жемчуга дали? О, слушай, не понял. Я чё тогда в первой пещере, что ли, с Альфа Тустиутисом смахнулся? А, Дунклиастей, это Дунклиастей. Господи, я думаю, откуда у меня это название? Я же говорю, я всегда думаю о нескольких вещах одновременно. Классно. Но башка разрывается просто на части. А, иди в трафик! Кнедария, ненавижу их. Это они только в Спанч Бобби хорошие такие, хотя там тоже током бьют, дай боже. Так. В любом случае... О, ты смотри, я пришел туда, куда нужно. Потому что идешь ты оттуда туда, вот тот, то место, где нужно спускаться вниз... Офигеть! Блуждал, блуждал и приперся туда, куда нужно. Я крутой. И, кстати, в той первой пещере я тоже заблудился. Такс. Ну, здесь Кнедария только одна, я смотрю, так что вообще на меня насрать. Да, я так могу говорить. Ну, потому что далеко. Ну, далеко, поэтому я так могу говорить. Ой, блин. О, ужасно. Честно? Честно, вот за вот эти дни, пока я искал Ютирануса, я настолько задолбался от этой игры, что я уже даже не хотел продолжать. Но, понимая, что оставалось чуть-чуть, остается чуть-чуть прям буквально, и я уже пойду на боссов, а это новые ощущения, новые эмоции, я решил, что нет, я пойду дальше. И поэтому решил остров как минимум продолжить. И это означает, что... Не зря. Почему не зря? Камон, я здесь только эмоций получил. Иди в жопу! Иди в жопу! Кнедарь, иди в сраку! В сраку, иди! В сраку, иди! В сраку, иди! Кнедарь, иди в жопу! В жопу! Идите в очко, пожалуйста. Это не мое. Да электробус, идите в жопу. Как вы там называетесь хоть, а?
электрофуксы. Электрофуксы? Короче, к Нидаре иди в жопу. Поняла? Электро... Ну, быстрее плыть можешь? Спасибо. Че там, черножепчик? Нифига себе. Прикинь, а я там с обычным седлом тогда дебил зашел. Или какое там было седло. Меня чуть не распердолили на первом углу же. Фух. Вот это я могу. Так. Давай, 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 ближе, 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 давай, иди сюда. Ням-ням. Эй, иди ты в жопу. А, там Дункля-стей. Дункля-стей, это молодец. Дункля-стей, это красавчики. Иди в жопу, тварь. Ох, мать твою, Книдария, тварь, подоплыла. Подоплыла, тварь. Ну, кранты тебе. Слышь? Ну так-то борзеть тоже хорош. Ой, братан, сорян. Сеструха, точнее. Два дня сорян. Давай! Давай, раз на раз иди сюда. Нет, у тебя повезло, просто сарка прикрыла своим телом. Я бы тебя сейчас бы это размотал. 200 левел, ох ты тварь жирная, а. Давай, да сука, раз на раз. Так. Ладно, надо садиться, короче, пока это. А может так? А может так? Урон-то наносится? Вот, косарь просто снес. Как? Чем? Какого фига? Ужас. Непонятно. Но? 42 черного жемчуга, отлично. Так, это не то. Так. Ай. Че-то, короче, это. Оглушение не спадает. Ладно, поплыли. Ты красавчик, дунглястый. Так, где-то вот в этой расщели. О! Да! Ух. Ух. Ух, боги. Я думал, я здесь обосрусь. А знаете, в чем жопа? Мне еще не раз приплывать. Почему? Потому что не могу больше брать артефактов. И в диносов они не складываются. Авто... А, не, фу, господи. У меня есть телепортная плашка, я ее сделал! Я думал, что я ее последнюю потратил. Но нет, она у меня сделанная. Это значит, мне не нужно будет еще раз проплывать весь этот ад. По идее. Нет точки опоры. Я не помню, где она точно ставится, но где-то здесь ставится. Ну, клястый. Добрый день. Да ладно. Ты серьезно? На выходе из пещеры только ставится. Ой, да иди в задницу. Ну, в смысле, на выходе из этой расщелины. Значит, мне не казалось. А. Что там за... А, это от удильщика. А там фигня всякая. Так, что тут у тебя с торпором? Спадает? О, отлично. Слушай, реально, значит, я правильно... Блин. Я надеялся, что мне показалось, но нет. Она ставится только здесь. А? Ну ладно. Чё? Слышь, Хэтсона! Хэтсона я! Да и пошел ты. А теперь смотри. Фокус, хопа! Да подожди, дай фокус показывай! Да подожди, о! Два косаря с одного удара! Как? Чем? Какого фига? Даже цифру не показывает. Ну классно. Фух, ладно, погнали. Погнали на базу. Ну и в жопу эти подводные приключения. Фух. И даже в полчаса уложился, несмотря на мои все бедствия, скажем так. Кстати,
Я вкачал им ХП своим рексам до соточки, ну, 104-105 тысяч, и атака у них от 5900 до 700, короче, разброс. То есть у кого как, но я еще каждому по артефакту соберу, по заметке, и чтобы левела немножечко подкачать. И потом пойдем уже по боссам. Но сначала все артефакты нужно будет посетить. Подруга! Просто офигенно получилось. Просто суперски. Вот такие вот дела. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. В общем, да. Кому нравится, те всегда знают, что делать. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.